Всем привет, меня зовут Лена. Это шоу «Удивляемся с Копосовой», в рамках которого я рассказываю вам все то, что меня заставило задуматься, удивило, поразило в конце-то концов. И сегодня мы с вами поговорим про кофе, а точнее про раф. Поверьте мне, есть что вам рассказать. А еще этот выпуск будет экспериментальным. Дело в том, что мне дали задание записать все с одного дубля. Я понятия не имею, что из этого получится. Я вообще не уверена, что я запишу, но я попробую. А теперь заставка. Оказывается, раф придумали в нашей стране, а точнее в Москве. Дело было в 90-х. Жил-был посетитель, которого звали Рафаэль. Он как-то пришел в заведение и сказал, что его не устраивает то, что представлено ныне, и попросил придумать для него что-то особое. Тогда бариста взяли эспрессо, добавили побольше сливок, всяких сиропчиков, и получилось что-то особое. Этот напиток стали называть вот тот самый для Рафаэля. Позже сократили для Рафа, и далее появилось это название Раф. После и другие люди уже стали просить, ой, а дайте нам то, что вы делаете для Рафа. Вот тот самый Раф они и получили. За рубежом, точнее в Европе, этот напиток не прижился. Это исключительно наше производство и популярен у нас, в России, у наших соседей. Больше особо нигде. Я его пробовала неоднократно. И что хочу сказать. Вкусно, но когда ты его пьешь, у тебя ощущение, что ты еще и ешь. Причем и завтрак, и обед, и ужин, и все остальное, что ты планировал. Перекусы, все-все-все в нем. Калорийно. Я к этому веду. А еще мне, кстати, интересно, что любите вы? Может быть, кофейные напитки, какие-то другие, или этот, в конце концов. Может, вы любите калории. Или вы предпочитаете чай? Делитесь. Вы же обычно такие разговорчивые. Это я просто намекаю, что не особо. Я пытаюсь с вами идти на контакт, а вы со мной. Что ж на этом все, ребята? Я ударила по микрофону. Что ж на этом все, ребята? Я смогла записать выпуск с одного дубля. Получается, что я вау, как и Раф.